Многодетным семьям, ожидающим в своей очереди на получение бесплатных земельных участков, могут предложить денежную компенсацию. Якутская городская дума выступила с инициативой предоставить право выбора многодетным. Вместо земельного участка получить денежные средства или другие виды социальной поддержки. По словам депутатов, подобные примеры действуют в других регионах России, в частности в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в земельный кодекс республики. Вот примерно денежная компенсация составляет, ну, минимальная, скажем, да, где-то 286 тысяч рублей на оформление одного земельного участка. На количество семей, которые нуждаются, да, значит, получается, что где-то 1,93 млрд, да, требуется для того, чтобы инфраструктурой только обеспечить вот те участки, которые вот мы можем предоставить. А если вот брать вот эту компенсацию, да, то она практически адекватна, тоже примерно вот 1 млрд рублей получается это. Но мы же, понимаете, получается, что человек взамен, то есть они уйдут с очереди, и очередь наконец-то начнет двигаться, ну, уменьшаться.